Так, что, игрушечка под названием Лияк. Да, давай-ка в опции сразу English посмотрим, English и русский. Спасибо, кстати говоря. Так, сейчас после санкций больше русского языка стало. Ну ладно, я пока ничего тут трогать не буду. В принципе. Посмотрим, как будет здесь по нагрузке всему остальному. На титульном экране нулевая нагрузка, сразу говорю. Вот на титульном экране всегда должна быть нулевая нагрузка. Вот какого хрена в многих играх там уже, как правило, нагрузка больше, чем, простите меня, в игре. Это меня всегда интересовало. Зачем так делать? Нет, понимаю, конечно, чтобы там файлы игры подзагружались, чтобы не было долгих загрузок вот таких вот, но все равно. Так, а ну-ка, сейчас я посмотрю. Да. Эта скотина не показывает нагрузочку. Но пока, судя по температурному режиму, все нормально. Эта нагрузка примерно, может быть, даже на 100%. Но нет перегрузки. Все просто. Сейчас я покажу, если что. Вообще, почему инвентарь на I всегда ставят? Можно поближе? Спасибо, легенды. Так. К сожалению, все запорото. Значит, возможно, книжечка будет открываться по ходу сценария, да? Как любопытно. Так, давай я покажу просто тебе температурную нагрузку здесь. Ну, хотя надо сначала поиграть. В принципе, здесь нагрузка на видеокарту, как всегда, скрыта. Казалось бы, скрыта. Но на самом деле я могу посмотреть, нагрузка у меня сейчас, в принципе, 70%, 80%. Короче, от 70 до 85, сейчас, секунду. Да, от 70 до 85, в принципе, нормально. Давай попробуем включить вертикальную синхронизацию. Зараза. Посмотрим, что с вертикалкой будет. А, все включено, да? Порядок. Так. Ну, нагрузка вообще никак не повлияла, но, в принципе, перегрузок нету. Это пока главное. Будем смотреть по ходу дела. Графика здесь хорошая. У нас это ужастик, хоррор или что вообще такое? Хотя минут 5-10 отыграть, посмотреть, до какого предела игра дойдет. Не, ну вот хорошая графика. Это вот отличие от предыдущего первого взгляда, блин. Так, а что все рассыпается? Не, вот насчет ключей я не... А, это у нас типа мы забираем. Ну, пепельница, дальше-то что? Не убивает. Ты без вас знаю. Курение убивает лошадь, поэтому никто никогда не видел курящих лошадей. Так, задачи, которые уже выполнены, будут зачеркиваться. Спасибо. Попасть в дом. Гениально. Так, у нас здесь сюда, включить фонарик, посветить дерево и увидеть динозавров.
Добавлю, например, загадка сына. Вкусного, можно это спереть все. А, вероятно, нет. О, мы можем открыть здесь дверку. Да, открыть-то можем, но только до конца сразу, чтобы открывать. Так, что у нас здесь имеется? Там монстр. Так, сволочь, отдай фонарик. И падла. Бежал, прикинь, козел, блин, фонарик спер. Монстр спер фонарик. Вы издеваетесь, что ли? Это когда такое было? А, то есть это вот, конечно, то, что они тают, так это немного стрёмно, если честно. Ладно, сейчас нагрузочка держится приемлемом уровне. Нагрузка на видеокарту. Ну, давай покажу тебе. Вот, абсолютно приемлемый уровень. Она у меня сильно не нагружает. То есть она... Вот, давай покажу. Не долбится, ну, банально. Не долбится до предельных 82. У нее тут 71-75 градусов. Я посматриваю, так бывает. Так. А по поводу диспетчера задач, ну, сейчас тут мне больше всего нравится движок Unreal, он умеет скрывать, сколько игра потребляет. Но вот он хорошо хоть забывает то, что есть общее значение нагрузки ЦПУ. В принципе, да, есть другие программы, но... Мне вот это вот сокрытие, тут вот галочка. Ох ты, ёпта. Так, надо после себя тоже убрать. Нет, не надо. Я после такого точно после себя бы что-нибудь убрал. Или бы хотя бы штаны сменил. Закрытие, блядь, двери, это нормально вообще? Немного вообще-то стрёмно. Так, ладно, давай-ка мы сюда зайдем. Да, зимой в баскетбол только играть, охрененно. Вот мне интересно только одно. Что это сейчас было? И где мячик, простите? Не, атмосфера в игре отличная просто для хоррора. А только я не понял насчет мяча ни хрена. Куда он там вообще конопатился? Отлично. Так, давай-ка попробуем найти этого гребаного монстрика. Скотина, фонарик упер. Блин, я вот еще ни в одной хоррор не видел, чтобы монстр, скотина, фонарик забирал. Это же вообще подлянство такое, что ж капец. Я в бешенстве просто. Твою налево. Лихо. А, фонарик мне отдали. Ура! Спасибо. Один из части кода будет записываться в книгу. Три. Чё мне код записывать? Спасибо, друган. А, в дверь-то мы можем попасть вообще до сих пор? Чего-то не хватает. А...
Лома или фомки, или удара, блин, с ноги не хватает. Я ему что могу сказать-то, блин? Ой, а там что-то сияет. Ой, вот водичка даже есть, серьезно. А, ну, не совсем водичка, ладно. Тут же зима, я что-то забыл совсем. Опс, ошибочка. Тя-тя-тя, ну ладно, в принципе, для обзора хватит. Игра, в принципе, сделана нормально. Ну да, будут дорабатывать, в принципе. Здесь это демо, никуда не денешься. Ну, хотя бы, вот видишь, просто банальная оптимизация и все остальное есть. Вот на что я смотрю в играх. Графика, оптимизация, атмосфера. Все есть, все. Что тут еще смотреть? Ждать просто выхода игры.